police in the morning. Бронзовое сердце, стальная совесть, по ту сторону добра и зла. Здесь место полубогам, наполовину ублюдкам, хищным странникам, адептам своего ремесла, что скрывает мораль, безумную волю к власти, религиозные жертвы механической пасти. Ни бога, ни хозяина мир не признал за собой. Я не в андеграунде, я над тобой. И моралист по призванию, охотник северных рас. Пусть моим искусством подавится привилегированный класс. Автор умер, автора больше нет. Постмодерн — мой фантастический комплект. Переоценка ценностей, все краски на стену, как Джейсон Поллок адаптировал хаос в определенную схему. Сообщение для рассвета, деконструкция, как стратегия действий. Начни с себя, а дальше будет еще интересней. Чудесно ужасная жизнь, душу плетается холод. Теперь ты обречен быть свободным. Свобода как выбор, свобода как повод, свобода как действие. Укомплектованный лексикон, техническая память потомкам, неоромантический фон, логический монолит, экзистенциальный шок на судьбе. Если ты умрешь сегодня, завтра не вспомнят о тебе. Делай добро и беги, времени слишком мало. Я могу рассказать еще, запомни мое имя сначала.